Всем привет! Готовим куриный голень к пиву. Это закуска именно к пиву. Так, что будем использовать? Сухая горчица, паприка, сухой розмарин, черный перец, крахмал кукурузный, соль, мука. Берем ножку и вот так. Вот. Здесь тоже. Так, наши ножки готовы. Так, берем такую вот миску. Крахмал. Черный перец. Сухой розмарин. Можно использовать свежий, если, конечно, найдется. Паприка. Сухая горчица. Соль, конечно, обязательно. Вот так, даже три. И мука. Берем и вот так. Смешиваем. Это у нас получается вкусная панировка. И вот так. Всего лишь 10 минут. Вы сами видели, там ничего сложности нету. И наша вот заготовка уже готова. Так, сотейники наливаем в растительное масло и хорошенько разогреваем. Так, наше масло уже практически готово. Разогрето. Что делаем? Смотрите, это обычная вода. Берем и вот так. И обратно к панировке. И все. И отправляем жарить. Вот, посмотрите, что получилось. Просто бомба. Берем салфеточку и вот так избавляемся от лишнего жира. Так, а мы будем готовить остальные. Кайф просто. Опа. Наконец-то наши куриные ножки готовы. Смотрите, какая аппетитная корочка. Но мы будем еще готовить соус к нему. Для соуса будем использовать сметана, соус чили, сольчик, перец, чеснок и, конечно же, зелень. Соус готовится очень легко. Берем чесночок. Опа, вот так. Чеснок готов. Сметана. Два. Три столовые ложки. Соус чили для остроты. Петрушка. Просто нарезаем. Вот так. Петрушка тоже пошел. Перец черный и соль. Все это перемешаем.
И наш соус готов. Просто и вкусно. Просто и вкусно с нами. Просто и вкусно с нами. Берем вот так, за вас. Ребята, у нас есть цель набрать 10 тысяч подписчиков. Мы будем благодарны за подписку. Заранее спасибо. Пока.